Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Redmi Watch 5 Lite. И сейчас я покажу вам, как установить пароль. Итак, открываем настройки. Далее проходим в раздел «Цифровой код». Нажимаем «Установить цифровой код» и вводим новый код. И подтверждаем его. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.